Matbuotdan juman davom ettiramiz. Endi savollarga Bunyodkor jamoasi bosh murabbiyi Ivan Boshkovich javob beradilar. Как вы обычно кулаками? Игры общие. Ну, сами видели, очень сложная, тяжелая игра. Мы это и ожидали. Очень хороший соперник, что игра и показала. Мы знали, что у них классные игроки, хорошего уровня. По своей команде могу сказать, что мы не показали такой хороший, красивый, классный футбол. Но был определенный план, который по ходу игры поменяли ради травмы нашего игрока, который получил серьезную травму. Потом перестроились и на перерыве, повторно поменяли систему. Думаю, успели и поднять психологическое состояние игроков, который после первого гола упал. Но общее впечатление, самое важное, что мы такую игру в таком сложном моменте выиграли. Думаю, большое желание, горячее сердце молодых футболистов, тоже с опытным, помогло нам добиться успеха вот этой игры. Добрый вечер. Добрый. Ваше мнение о работе сегодняшнего ВАР? Что в общем впечатление судейству? Думаю, это неправильно, если я буду обсуждать, что все в последнее время происходит. Вот сами все видим. Вот кто там занимается таким... Да, ну, судейский комитет, пусть решают. И они работают, выполняют свою работу ради прогресса узбекского футбола. Почему? Потому что узбекский футбол должен прогрессировать, развиваться. Много очень талантливых футболистов, которые заслуживают очень хороший уровень во всем структурами. Не только судейство, но все общее. Тоже и судейство можно поднимать постоянно на высший уровень. ВАР, общий ВАР, что думаю о ВАРу? ВАР? А как я ВАР не смотрел сегодня? Как я был на поле? Просто ВАР. Как работает? Я прям футбола. Общий, да, я за ВАР. Я за ВАР. Почему? Ради таких ситуаций, особенно узбекский футбол заслуживает ВАР, чтобы меньше было ошибок. Конечно. Да, ошибки бывают. Мы знаем, но слишком много. Слишком много. Нет, мое мнение, это общее мнение всех в Узбекистане. Бенеткор, Бадмаш, вы играете под вторым номером. Когда вы играете против слабых команд, это не мешает? Смотрите, каждый соперник, мы готовимся к каждому сопернику на другим образом. Тоже говорю. Сегодняшний соперник, был другой план. Нет, был план как-то прошлую игру. Был другой план. Тоже много молодых футболистов у нас. Это никто не сказал. Сколько выступило воспитанников Бунюткора на сегодняшний игру? Сколько у них, который у них возраст? Давайте это обсуждаем. Это большая победа для них, для Бунюткора. Почему они будущее узбекского футбола? С таким соперником, который одно очко от первого места. Мы выиграли игру с пацанами. Я 7 или 8 из Академии Бунюткора. Это успех. Даже если мы играли сами некрасивый футбол в Узбекистане. Победа против такого Навбахора – это большой успех. Но я вам обещаю, мы только разминались. Это разминка. Он сломал ногу, мне так сказали. Серьезная травма, для его сезон закончен. А это тоже, никто не вспоминает ВАР и судейство. Хорошо, что спросили. Пацан, который сборник, который будущий узбекского футбола, сломал ногу на эту игру. Спасибо. Все, спасибо и вам.